Тверская фигуристка привезла из Алма-Аты золотые медали по фигурному катанию. Лина Кудрявцева в паре с Ильей Спиридоновым опередили соперников на международном турнире, посвященном памяти Дениса Тена. Лина и Илья по результатам короткой произвольной программы набрали 165,27 балла и уверенно заняли первое место, завоевав золотые медали. На вторую и третью ступень пьедестала почета поднялись испанские дуэты. Для Лины Кудрявцевой и Ильи Спиридонова это первая совместная победа на международном уровне.